Я рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Рад встрече с вами и после прекрасных выходных, которые мы имели, благословенных выходных, мы снова с вами. Спасибо, что вы остаетесь на «Импакте», спасибо, что вы сейчас на влиянии вместе с нами. Я знаю, что это будет благословенное время. Почему? Потому что есть много тех откровений, которые Бог дает. Я буду не один, но вначале, прежде чем к эфиру подключится один из служителей, я прочитаю благословенное место из Святой книги Библии. Это Псалом 107. «Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Я буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя. Буду воспевать между народами, буду славить Тебя среди племен». Это то, что мы делаем, друзья, вместе с вами. И вы являетесь частью того, что делает сегодня «Импакт». Я имею первую хорошую новость. Это то, что Евангелие Иисуса Христа проповедуется. Оно звучит. И те из вас, которые являются частью нашей семьи, которая называется «Влияние» или «Импакт», мы делаем вместе с вами большую работу. Ваш труд не тщетен перед Богом, и он оценен по достоинству теми, которые принимают этот сигнал, которые получают благословение, которых Бог учит, которые получают исцеление. Я прочитаю ряд из писем, которые мы постоянно, практически ежедневно получаем. Для нас это ободрение делать еще лучше и трудиться во славу нашего Господа. Я обращаюсь к тем из вас, друзья, которые ищете возможность для того, чтобы сеять в это служение, становиться частью глобальной работы. У вас есть прекрасная возможность, у вас есть все возможности для того, чтобы из того, что Бог вам дает в этой Богом благословенной стране, Америка или Канада, особо уделяю внимание на этот континент. Почему? Потому что, по большому счету, мы в лучшем положении, чем те на сегодняшний момент из вас, которые находятся на постсоветском пространстве. И кому много дано, с тех много Бог и спросит. Поэтому служение «Импакт» — это уникальное служение, очень уникальное тем, что подобных служений нет практически. Вы можете найти десятки миллионов интернет-сайтов, десятки миллионов в интернете разных служений, но так, чтобы через спутниковое, глобальное, круглосуточное телевидение такого практически нет, за исключением одного или двоих русскоязычных телевизионных христианских каналов. Вы знаете, что англоязычных христианских круглосуточных каналов, англоязычных, сотни, те, которые вещаются через спутник, буквально не менее 100. Есть те, которые регионально вещаются по воздуху круглосуточно, те, которые глобально вещаются на английском языке. Но на славянском языке, на украинском и на русском одновременно, потому что мы не ограничиваем себя только русскоязычным вещанием. В сетке вещания есть также украинские программы. Таких, как «Импакт», подобно нету. Поэтому, друзья, вы можете просто присоединиться и стать частью того, что Бог делает сегодня. «Будет проповедано Евангелие всей твари», — говорил Господь, — «о последних днях, о церкви последних дней, о нас с вами. Будет проповедано сей Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это то, что мы делаем, поэтому помоги нам в этом, Бог. А я прочитаю ряд из писем. Это пришло из Португалии. Здравствуйте, мир вам. Интересно. Мы перечислили пожертвования через Western Union.
из Португалии. Спасибо вам за ваше служение. Благословляем вас и любим. Олег и Ира Масниковы. Огромное спасибо, Олег и Ира. $163 ваши партнерские пожертвования вы прислали из Португалии. Мы также благословляем вас именем Господа Иисуса Христа. Кстати, Western Union – это хорошая форма оплаты. Если у вас нет ничего другого, вы можете делать это из Европы, вы можете делать это через Western Union. Спасибо вам, Олег и Ира Масниковы. Бог да благослови. Смотрим ваш канал в интернете, хотели бы стать нашими, вашими партнерами. У нас есть возможность пересылать деньги. Напишите имя и адрес, куда высылать пожертвования. Хотим быть частичкой вашего труда во славу Бога и евангелизации мира. О, друзья, мы отправили, наверное, вам уже отправили информацию, каким образом вы можете стать частью и сеять ваши финансы. Благословенные и избранные Богом, прошу помолитесь, пожалуйста, за исцеление моей мамы Натальи. Она страдает от боли во всем теле. Сильно болит голова, сердце, ноги в суставах, мышцах. Достает глаукома, катаракта, также страдает через гипертонию. Очень жаль смотреть, а помочь я не могу, но я знаю, что Бог силен исцелить всякую болезнь. Возможности Его безграничны и в великом, и в малом. Ему вся слава и хвала, и благодарение за милость. Вам спасибо и да благословит вас Бог на всякое доброе дело. Путь ваш да будет благоуспешен, мир да пребудет в сердцах ваших. С уважением, Валентина. Валентина, спасибо вам огромное. По-моему, где-то с Украины или откуда. В ваших речах я слышу просто оптимизм и доверие Богу даже в ситуации с вашей мамой. В недуге, которое мама имеет, вы говорите слово благословения и слово веры для исцеления. Так и продолжайте. Мы молимся о вас. Уже молились и будем молиться. Поэтому... Это, по-моему, из России. Потапов Валерий. Хотя я считаю себя христианином, но очень нищий человек духом. Помогите мне ходатайственной молитвой. Мы будем делать это, Валерий. Не знаю, какой веры вы христианин, какого исповедания, но тем не менее... То, что вы признаете, блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Поэтому мы молимся о вас ходатайственной молитвой. Хочу подключиться к вашему каналу. Мы живем в Хьюстоне, это штат Техас. Моя мама не любит смотреть американские и латиноканалы. Мы говорим по-турецки, русски, украински и по-американски. С уважением, Эльвира. Наверное, вам уже отправили информацию, каким образом вы можете это сделать. Есть целый ряд возможностей, как это делать, через спутниковое телевидение, через очень доступный и быстрый способ. Это мобильная связь, это мобильный интернет, это iPhone, iPad. И также на ваших десктопах, на компьютерах. Вы можете смотреть и принимать благословение, то, что очень многие делают. Поэтому, друзья, также вы можете выйти на мобильную версию, если она есть, если вы увидите сейчас на экране мобильная версия. Если нет, регулярная версия – это impacttv.tv. impacttv.tv. Относительно спутникового телевидения нам регулярно звонят и спрашивают, каким образом можно смотреть через спутник. Те, которые устанавливают спутниковые тарелки, очень много в Америке. Это компании, их, наверное, сотни тысяч, которые просто ставят тарелки в вашем городе или в вашем штате, вот в Канаде, в Америке, в Мексике.
в Латинской Америке, то есть все те, которые направлены на спутник открытый, не кодированный спутник, а просто открытый для всех, они поставят тарелку. Только скажите «Impact TV» и все. Позвоните, скажите, что вы хотите смотреть «Impact TV». И, кстати, хочу озвучить хорошую новость, что нас берет Comcast на покрытие территории всей Америки без исключения. То есть они вводят нас. Я сейчас работаю по контракту с Филадельфией, с хедквотерсом. Мы вещаемся на Comcast. Это кабельная сеть крупнейшая, но мы вещаемся только регионально в штате Калифорния. Но в ближайшее время наш сигнал со спутника будут принимать в кабельной сети Comcast. Нам предложили территорию всей Америки. Это первому каналу российского телевидения, небезызвестному, потом каналу RTVI и каналу Impact. То есть три канала будет практически в покрытии кабельного телевидения Comcast, без исключения во всех штатах Америки. Поэтому это очень хорошая новость. Это очень хорошая новость. Так, благодать, милость и мир вам, служителям канала Impact. Сердечно благодарю за ваше служение и назидательную проповедь, которую я слушаю. Да благословит Бог обильно. Высылаю money order партнерский на ваше служение. Дорогие братики и сестрички в пожилом возрасте, большое спасибо вам. Некоторым из вас я лично пишу, обращаюсь. Благодарю сердечно за то, что многие из вас, находясь даже на SSI, находясь на пенсии, но вы сеете в это служение, огромное спасибо. Вы знаете, к стыду скажу так, что молодые люди, может и не все, не в обиду будет сказано, но к стыду скажу некоторым, что молодые люди находят источник своих расходов, источник расходов в разных областях и в разных формах и проявлениях. Но немногие из вас, молодые люди, вы сеете в глобальную евангелизацию. Вы думаете, что это прерогатива старших людей, пожилых людей, что им надо скоро предстать пред Господом. И пусть они и сеют, потому что Бог их спросит. А некоторые из вас говорят, меня еще вся жизнь впереди, и когда я приду к завершению своего жизненного пути, я начну жертвовать на импакт. Это ложное, это обольщение, это ложная надежда. Если вы не начинаете сейчас это делать, через 30 или 40 лет вы этого не сможете делать. Блажена та семья и те родители, и бабушки, и дедушки, которые с юного возраста учат своих внуков, своих детей, что это очень важно, выделять на дела благовестия, выделять из своего дохода. Работаешь в Старбаксе, на 6 или 7 или 10 долларов в час ты должен выделять на дела благовестия. Обязательно, обязательно. Меня это в крови с детского возраста было, с юношеского возраста. И на этом стою, и помоги мне в этом, Бог, сохранить эту верность Богу до конца. Поэтому давайте не будем обольщать себя надеждой, что когда у меня будет много денег, я начну жертвовать на импакт. Из того, что ты можешь это делать сейчас, просто выделяй. У нас большие планы для того, чтобы достигать очень многих и многих людей Евангелием Иисуса Христа. Поэтому особое спасибо вам, братики и сестрички, в пожилом возрасте, или так скажу, в преклонном возрасте. Многие из вас сеют в это служение. Очень многие. Я безмерно вам благодарен. Ваш труд нечетен и оценен по достоинству. Оценен поистине не человеком, но Богом оценен. Я вас многих не знаю. Хотя многие приветствуют меня, узнают во многих штатах и даже странах, но тем не менее вас знает и вас видит Господь по именам, без исключения, индивидуально. Знает каждое ваше имя, фамилию знает, год, месяц рождения и день рождения. Бог знает, Он видит, и награда ваша весьма велика во имя Господа Иисуса Христа. Поэтому, так. Затем благодать вам и мир от Бога, Отца нашего Господа,
благодарю за ваше служение. Благодарила Бога, получивши ваше ежемесячное послание, Юрий. Ваше служение приносит радость и благословение для многих зрителей во многих странах. И Бог спасает души, слава Ему. Печалилась за духовное состояние нашей страны и правителей, и каждого человека в отдельности. Это хорошо, печаль ради Бога, друзья. Бог видит печаль, когда вы печалитесь о том, что происходит вокруг духовной составляющей в этой некогда Богом благословенной стране. Если люди не отрезвятся от грехов и не откликнутся на призыв Духа Святого покаяния, то придут Божьи суды на эту и другие страны. Точно, просто согласен с вами на 100%. Молимся о пробуждении и в церкви, и среди неверующих, чтобы быть готовым ко встрече со Христом, когда Он придет взять. Бог да благослови обильно ваш труд на служении «Импакт». Даст вам мудрость во всем и успех. Высылаю пожертвования на нужды в служении. Спасибо вам, это штат Вашингтон. Благодарим «Импакт» за ваше огромное служение. Хотим иметь участие в вашем труде. Высылаем чек на $2000. Будьте благословены. О, спасибо вам, дорогие друзья. Просите не озвучивать вашей фамилии. Друзья, огромное спасибо. Кстати, мы 10 лет в эфире, поэтому мы принимаем ваши поздравления. Спасибо вам. Спасибо за молитвы. Искренне благодарен за молитвы ваши, за ваши поддержки. Когда и материально, то есть вы любите нас не только словом, но любите нас также делом. Любовь делом – это то, что Христос доказал на кресте. Потому что можно говорить, я вас люблю, я вас уважаю, я вас ценю и прочее. Но если дальше этих слов ваши дела не простираются, ну, это печально. Но если вы к вашему слову усиляете это вашим делом, друзья, это double portion, это двойное благословение. И Бог неизменно благословит вас. Затем... Небольшое письмо. Вы вложили чек. Это то малое, что могу делать для распространения слова Бога живого. Благословения вам и успехов во всем, что вы делаете в этом большом духовном поприще. Очень много молюсь о вас. Имею молитвенную нужду, чтобы Бог касался сердец моих близких, которые не ходят по верному пути. Помолитесь вместе со мной. Не знаю, кто это пишет, но Господь видит. Друзья, то, что вы пишете, что это небольшое, что это ваш, это небольшое, это малое. Вы написали, что я могу помогать вам в распространении Слова Божьего. Друзья, это немало. Это немало. Представьте себе, что вот сегодня тысячи семей, которые на протяжении 10 лет принимают этот сигнал. Тысячи семей, вы называете это малым, $20, $30, $40, $50, вы говорите, это так немного, $50. Но если каждый из тысячи семей, каждый из тысячи, по $20 или $30 ежемесячно согласится подключиться к этому глобальному видению проповеди Евангелия, мы еще несколько спутников возьмем. А хороший спутник – это дополнительно $30-40 тысяч ежемесячно. Поэтому мы еще один спутник возьмем, потом еще. Не говорите, что это мало и незначительно. Вот каждый, если каждый, друзья, это будет просто, это будет увеличение, умножение сферы влияния Евангелия Иисуса Христа. Поэтому Бог да благословит. Затем, вы даже не написали своей фамилии, и меня это стильно трогает, очень трогает, когда вы не пишете фамилии для проповеди Евангелия $300. Меня трогает,
когда вы пишете, что видит Бог, кто мы. Это до слез меня доводит, что без фамилии, без ничего. Для проповеди Евангелия $300. И money order без фамилии, без адреса, без ничего. Вы знаете, я молился как раз об этом пожертвовании, то, что я и делаю о всех остальных. И я такое получил от Господа, имел на сердце такое вразумление, просто от Духа Святого поблагодарить вас и сказать, что Господу понравилось, сердце Бога было тронуто тем, что вы сделали, конкретно этих $300, не написав ни фамилии. Ну, Господь не против того, чтобы и фамилии писали, и адрес указывали, но почему-то, когда я молился, так Дух Святой проговорил в мою внутренность, особо подметить это, что это вы сделали не из-за того, что у вас много было, но из-за того, что это было от Духа Святого, побуждение посеять в честь десятилетия служения «Импакт». Мир вам, брат Юра, и все соработники «Импакта». Поздравляю с десятилетием. Желаю благополучия, успеха. Господь да благослови. Это из Калифорнии. Также на десятилетие вы вложили $1000 в чек. Бог да благослови вас. Друзья, служитель, которого я ожидал, которого я вам сейчас предоставлю, он со мной уже в студии, присоединился к нашему прямому эфиру. Приветствую, брат Володя Кебец. Приветствую, благословенный брат. Служитель. Приветствую, благословенный брат служитель. Юрий, приветствую всех наших слушателей. И телезрителей. И телезрителей всех. Будьте все благословенны, принимаем. Счастливы принимаем. И благополучны. Принимаем. И принимаем, спасибо вам огромное. А я как раз зачитывал ряд писем. Мы практически ежедневно получаем. Нету таких дней, чтобы мы не получили. Я все не озвучиваю. Временами отзваниваю. Временами я лично говорю. Вот. Но просто благодарен. Брат Володя, мы сейчас перейдем в тему. Я бы хотел по отношению к песне. Я прослушиваю это богатство сердечных отношений людей, и я вижу, что все же, брат Юрий, выбирай время и зачитывай. Это вдохновляет нас. Исправлюсь. Такое. Не то, что ты всегда исправленный, но просто учесть нужно. Скажите, брат Володя, если можете сказать, скажите. Если не захотите, не отвечайте. Ну так, один на один. Ну и те, которые зрители знают. Вы поддерживаете служение финансово на протяжении времени. Да. И вас никто не заставлял? Нет. Долгое время я стараюсь. Но... Что побудило вас? Что Чернецкий вот в эфире просит? Нет, я люблю дело Божие, люблю благую весть, которая несется по планете. Я все время был, брат Юрий, потому что мы научены немножко по-фарисейски. И что радио, и там телевидение, это немножко как будто бы не то. Я считаю, что это заблуждение нашего братства, потому что только радио, только телевидение может дать обширную работу. Такой глобальной. Благодать, глобальную работу, именно. Поэтому я поддерживал, когда только ты начинал. Спасибо, вот. Я знаю. И старался. А теперь, кроме того, что финансово мы несем в молитве, чтобы Бог помог. Потому что, видя катастрофу нашей планеты, мы не можем оставаться в таком состоянии, как нерадение, то ли беспечие. Мы не можем. Когда мы говорили с вами неделю назад, несколько недель назад, и перед этим мы пробовали назначить несколько раз эфиры, вы высказывали боль своего сердца о состоянии церкви. Поэтому, друзья, об этом мы будем говорить. Это начальный наш эфир. Мы продолжим следующий эфир. Еще будем с братом Володей. Церковь Вифания, служитель церкви Вифания, это благословенная крупнейшая славянская церковь, не только, наверное, Америки, но и постсоветского пространства, находящаяся здесь, в столице штата Калифорнии, Сакраменто. Поэтому, брат Володя, вам слово. Чем обеспокоено ваше сердце? Я вообще-то хотел бы бить тревогу, и очень такую, как сказать, видимо, активную тревогу. Дело в том, дорогие друзья все, и лично, брат Юрий, вы, я считаю, что
что наша планета идет к тому определенному состоянию уничтожения. Но это уничтожение начинается именно с нас. Если мы видим, что во все периоды, когда люди останавливались, когда, как и написано, если смирится народ мой, то я землю помилую. И помилую землю. Поэтому вот мы не видим смирения, мы видим, наоборот, падение человечества. Мы видим вот эти глубины отступничества. И если это когда-то было, давайте возьмем какой-то определенный участок, то ли Содом, то ли Гоморра, но сейчас идет масштабное вот такое разрушение морального состояния людей. И особо, как всегда, я не нашел, чтобы велась когда-то борьба более сильная за уничтожение человечества, как эта борьба начинается с детей. О чем мы видим, что Моисей вел эту работу и сказал, мы выйдем до копыта, и дети, и все выйдут. Даже имущество заберем. Имущество, да. Мне кажется, что мы теряем вот этот вот настоящий курс народа Божьего. Хорошо, брат Володя, но зрители возразят вам и скажут, каждое воскресенье звучит с кафедры, звучит с амвоном христианских, тысячи проповедей. Разве этого недостаточно? Мне кажется, брат Юрий, мы люди такие рассудительные и умные. Вот. И весь народ Божий – это особый народ. Но мы для того, чтобы Иисусу Христу совершить победы, он почему-то днем учил, а ночью он проводил. Да. И нет лучшего образца, потому что он дал нам пример, чтобы мы шли именно по его следам. Поэтому, кроме молитвы и общения с Богом, мы не видим силу победы. Я имею в виду в таком более обширном... Сейчас вы не говорите за поместную церковь. Безусловно. Я говорю сейчас именно к нашему глобальному обществу христианства. Мне, брат Юрий, вот впечатлительный такой, вот и все наши дорогие телезрители, мне очень такое впечатлительное место в Библии и самое такое четкое место это мрачное время периода Ниневии. И это слаживается такой, как сказать, в общем-то, парадоксально. Посылается Иона, который никогда бы не хотел делать то, что он должен был сделать. Потом, когда все это совершилось, я недавно взял, посмотрел, оказывается, вот этот кит, который проглотил, он с ним прописал 550 майлов. 550? 550 майлов. И он знал, когда ставить его туда, на бережок. Поэтому и он должен был выполнить. Мы видим, что человечество наше гибнет. Гибнет окончательно. Мы достоверно знаем, что весь мир и все дела на ней, земля и все дела на ней сгорят. Как бы ни убаюковали политики и другие, что все хорошо, безусловно. Что будет мир, безопасность будет. Там, безусловно. Вообще-то, знаете, я сам политик, притом давнишний политик. Я был призван в армию в 1959 году. И тогда был пик роста нашей страны, СНГ. И в это время была очень устойчивая политическая система. Вот. Я был там научен, как и понимал вот это вот. Но все политики говорят то, что желают сказать, или то, что могут сказать. А Библия говорит то, что нужно сказать, чтобы люди имели вечную жизнь. И работая с многими людьми, и встречая ученых, и докторов наук встречая, и ученых разных степеней. Помню, у нас был в Сухуми, когда я жил, приехал Гуннар. Он был доктором химических наук и рассказывал, как он обратился к Богу. Он хотел посредством разных форм доказать, что Бога нет. И он делал эти математические подсчеты. Я говорю, считаю, получается, есть. И я, говорит, ворочил сюда-туда, говорит, все равно вижу, есть.
И я, говорит, тогда задумался, думаю, ну ладно, я почитаю Библию. И когда он почитал Библию, потом он стал сильнейшим вестником истины и сильнейшим делателем. Вот, доскору Гуннара мы все знаем, да. Это Бухальцы, Гуннар, это личность известная. И так вот, я с ним лично встречался, он говорит, когда мне Бог открылся, у меня, говорит, стояло шампанское, коньяки, говорит, в шкафчике стояли. Я, говорит, как рассердился на все это, оно меня тянет. А я, говорит, тогда взял и, говорит, открыл окно. И говорит, и пуляю эти бутылки только в окно. Только не на людей. А вот это люди видели, говорит, они на асфальт там валятся, ага. Он в таком месте. Ага. Говорит, смотри, что такое. Я, говорит, все вышло, ну, из того времени. Вот он сердечно вот, служил Богу, и мы с ним встречались. Дело в том, брат Юрий, я уже сказал, что сейчас народ, люди особо умные, достигшие ступеней больших знаний. Вот. Но дело в том, что ни одно знание не дает вечной жизни. Несомненно. Недавно я встречался с такими пестрыми ребятами. Мне одна девочка говорит, брат Володя, вы что, читали, кроме Библии? Я так посмотрел на это дитя, говорю, дитя мое, ты знаешь Карла Маркса, Фридриха Энгельса, ну, Ленина, да. Сталина, Капитал, ты знаешь, что это такое. Я говорю, раз слышит вообще. Да. Ага. Я перечитал это, просмотрел все это, но там абсурд. Да. Там ничего не пишется о вечной жизни, и там ничего не пишется, что земля и все дела на ней сгорят. Да. А мы конкретно имеем, и только единственная книга – это Библия, которая правильно дает направление человечеству. Поэтому, беседуя с научными людьми и со всеми, они понимают. Но когда я приходил к вопросу, слушай, а если смерть придет, как ты решишь этот вопрос? Человек не хочет думать. Не хочет. Знаете, почему дьявол притупил мысль и сознание, что все-таки есть потусторонняя жизнь? Mm. А все, если он все, что он читал, это тома Ленина, а там одна абракадабра. Там здравого ничего нет. Там все такое вот... Ну, опиум, и все опиум, винегрет, кроме Ленина. Винегрет, билиберда и абракадабра. Mm. Многие зрители не знают этих выражений, но старшие люди знают. То есть там все без всякого смысла и умысла. Вот. Но то, о чем вы говорите, человек, дьявол притупляет сознательно вот, понимание и осознание, что все-таки есть мир потусторонний. Вот в этом-то, наверное, и вся беда. Но дело в том, действительно в этом есть то, что нас как-то приводит в тупик или же в неведение. Но когда я разговаривал с людьми, именно науки людьми, и когда я приходил, да, мы имеем развитость. Там, значит, мы знаем, сколько миллиардов и все подлинно ли. И когда говорят, что, допустим, Библия тоже не указывает, как это, сколько времени, когда Земля была сделана, сотворена. Вот, такое, сколько миллионов и так далее. Но изучение, исторические данные точно показывают о достоверенности Слова Божия. Если написано о Ниневии, она была. Если написано о Вавилоне, он был. Если написано о Ассирии и царах, они были. Поэтому я помню, беседовал и говорю, вы знаете, что как бы вы ни говорили, что Бога нет, а новая эра началась от новых побед Иисуса Христа. Аминь? Несомненно. И поэтому зачем это так сделано? Это так просто, это миф. С мифами история не пишется. История пишется с натуральными действиями человечества. Поэтому я бы хотел попросить, Юрий, я обращался ко всем главенствующим епископам, кого я мог видеть, вот, и просил, что мы можем поднять человечество к лучшему состоянию. Когда мы сидели дома однажды с детками и рассматривали Слово Божие, и когда вот ужас этих последних дней, когда люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия. Дело в том, что, брат Юрий, я изучал атомную энергию, ее работу. Нам был показан фильм
взрыв атомной бомбы. Нас подготавливали, если будет взрыв, что нужно сделать. Это особая форма одежды, прорезиновая, и она, значит, сделана так, чтобы произвести дегазацию, вот, потому что стронций и так далее. И когда нам показали, как все это будет, и это была атомная бомба маленького эквивалента, это не было, как сейчас, водородная или электронная бомба, которая вот, уничтожает массы. И, но когда было показано, и как нужно произвести работу, что если взорвалась вот здесь бомба, она на 300 километров по диаметру работает во все стороны. Для того, чтобы там обновилась жизнь, нужно убрать 1.5 метра земли. Ее нужно куда-то вывести, а потом завести что-то живое, и только тогда может обновиться жизнь. И мы, когда все посмотрели, вот, и думаем, интересно, мы хоть здесь в форме какой-то противозагрузки, да. А что же мирное население, а что же дети? Вот, и мы выразили одно выражение, лично я сказал одно выражение, говорю, вы знаете, друзья, человек насколько умен, настолько глуп, дальше даже больше глуп, чем умен, потому что человек приготовил все, чтобы уничтожить себя. Вы знаете, я в самолете однажды спросил американца, задал простой вопрос. Говорю, что вы знаете о России? И он не думал, он секунды не думал, мгновенно ответил. Калашников и водка. Да. К сожалению и к стыду. К стыду. Ассоциация американца, ассоциируется Россия с тем, что Калашников, ну, на слуху Калашников, продано, перепродано и полупродано миллиарды единиц убиваемого. Убиваемого. Да. Ну, а водка это то же самое. Да, заглушает тоже убийство. Тоже убийство. Поэтому это к тому, о чем вы говорите, что да. Человек уничтожает. Ну, Америка тоже имеет свое оружие. Это понятно, арсенал. Да, арсенал, да, да. Вот один из деятелей, который работает здесь у нас на «Импакте» в последнем времени. Да. Он сказал, Бакстер. Что... Бакстер, да, да. Так вот, он сказал такое выражение, что на сегодняшний день арсенал вооруженных действий и атомной энергии сосредоточен, чтобы уничтожить человечество всю Землю 25 раз. Я когда услышал это, я это знал. Так вот, когда мы просмотрели вот это вот, эту вот всю, этот фильм, я не мог спать. И я думал, ну, может, я так. Да и у нас были мысли, все же мы тогда мы были более люди сознательные. Мы заботились о мамах, о папах, о всех, кто остался сзади нас, как вот мы иногда говорим. И я вижу, что все не спят. Порядка 200 человек, все не спят. И чтобы не сойти с ума, мы решили, давайте забудем. И будем жить спокойно. Вот так мы сделали, и это созидает меня до сегодняшнего дня. Юрий и все дорогие друзья, мы живем на пороховой бочке. Один оглупевший генерал нажимает кнопку, или выпивший, или там что-то, и пошло. То, что уничтожает всю планету. Что бы я хотел, чтобы мы, брат Юрий и ты, окажи максимальную помощь. Пожалуйста. Я читаю такое место, да. Когда говорится о том, что люди будут издыхать от страха и ждания, бедствия, всех этих ужасов. Конец всего. Смотрите за собой. И там написано, чтобы сердца ваши не отягчались определенными объедением, пьянством или заботами житейскими, и чтобы день тот не застал вас внезапно. Но итог вот наших побед. Итак, бодрствуйте во всякое время, а следующее и молитесь. Да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Я хочу... Был я в Корее. Был я в Корее, мы касались... Последний раз вы были? Я не знал, что вы... Не, раньше был. Понял. Я раньше был. Это был брат
брат Володя Шевчук был, брат Леонид Шевчук был, Николай Котяков был. Ну, состав старших сотрудников. Я беседовал там с корейцами. Друзья мои, от Кореи нужно учиться. Несомненно. Корея молится. Несомненно. Вот. И когда мы были там в 5 часов, вот не такого невысокого роста корейчик будет на молитву. Ни один раз пастор не пропустил, чтобы быть на молитве. Не то, что он очень занят. Утренний. Утренняя молитва 5 часов утра. Да. Все. Вот. И я так вижу, что Корея имеет успех. Поэтому мне хотелось бы, друзья, поднять наш весь народ. И не то, что там какую-то определенную деноминацию, но поднять весь народ. Мне очень нравится, ты помнишь, брат Юрий, когда об Ионе говорится, то там написано, каждого пиял. Точно, к своему Богу. Да, да, да. Вот это мне, и они получили избавление. Мне кажется, что для нашего периода времени наступило то, чтобы так поступить. Если это так не будет поступлено, мы не поступим, мы будем иметь много провалов и потерь. Но даже в личной жизни и в общественной жизни, и на уровне всей страны будут большие потери. И на уровне всего человечества. Не только, допустим, какой-то участок. Америка или... Да. Не-не-не, это будет касаться всей планеты. Дело в том, что вот когда взорвался Чернобыль, я говорю, я стратегические действия знаю, я сказал, что это пагуба наций. Это не только Украина, это Белоруссия, везде, где прошел. Стронций не уходит, стронций уничтожает. Вы знаете, меня пригнали с Западной Украины да. через 2 дня после взрыва, через 3 дня да. после взрыва да. В Чернобыле. Меня с Западной Украины, где я работал инженером на специальное технологическое оборудование, объединение у нас было, меня пригнали в Киев. Меня лично принял министр энергетики Украины, замминистра, министр. Открыли все двери, чтобы в течение 2-3 недель сконструировать специальные роботы, которые бы ездили по крыше 4-го энергоблока, и собирали, не люди собирали, а специальными роботами со щупальцами собирали, собирали вот это то, что было разорвано. Вот. Поэтому я косвенно там или прямо был приобщен к тому, что происходило. И как раз объединение, оно и занималось конструированием этих роботов, чтобы меньше было уничтожено людей. Да. Но мы же знаем, что сотни тысяч погибло. Да, и да, последствия, да. через последствиями полная Америка, из числа наших соотечественников, потому что щитовидные железы подвержены раковым заболеваниям. Очень многие, вот недавно, не так давно, ко мне подошла одна женщина и говорит, поражена щитовидка. Говорю, были около Чернобыля, да. Американцы сразу сказали, это последствия Чернобыля. То есть десятилетиями, казалось бы, как вы говорите, мирный атом. Да. Мирный атом. Но последствия десятилетиями и столетиями они еще будут ощущаться. Да. Продолжайте. Вот поэтому, Юрий, я хотел бы, чтобы Бог дал мудрости тебе и всему нашему и всем работникам вот как-то побудить народ к тому, чтобы была молитва. И чтобы была молитва не то, чтобы там 7 дней поста или же там 40 дней, но чтобы была молитва непрестанная молитва. Вот. Когда мы читаем первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стиха и 16 и 17 стих написано «на непрестанно молитесь». Что это значит? Это не значит, что я побыл с постом сегодня.
И когда Бог открывает, чтобы совершить, или побуждает, чтобы совершить нам работу всех братцев, как я уже говорил, всех верующих, вот, чтобы, если это церковь, давайте возьмем там 2000 или 300 человек, или даже, может быть, 60 человек, чтобы разбить людей по группам, по 2, 3 или, или 7 человек, или 12 человек, как там, и войти в посты и в молитвы по определенным целям. Вот. Поэтому вы очертили эти цели? Есть у вас очерчено? Лично у меня, когда мы беседовали вот так, знаешь, сейчас мы беседуем обширно, а мы беседовали кругом епископов и старших служителей. И когда я сказал эту мысль, один епископ мне говорит: тебе открыто, вот ты это и делай. А я так посмотрел и думаю: братья мои, братья, ведь всеми церквями владею не я. Понимаете? Мы работаем с церквями, мы работаем с людьми. Но с помощью Господа я приложил усилия. Наша церковь большая. Я так прихожу: Юрий, ты молишься? Ты говоришь: да. А хочешь, будем молиться с тобой? Вот. У меня на каждый месяц, я могу принести, это у меня на каждый месяц распределена нужда. Допустим, на один месяц мы молимся за спасение всех родных, соседей и друзей. Следующий месяц, допустим, декабрь месяц, мы благодарим с постом по 2 человека. Эта группка, с которой мне приходится работать, она идет уже 12-й год с постом. Mm. Я стал видеть, Юрий, ну я еще живой, и вы даже говорите: брат Володя, ты хорошо выглядишь. Да я не потому живой и выгляжу хорошо, потому что молятся. Mm. Дети Божьи молятся. И много может. Когда я так смотрю, да, много может именно такая молитва. А вы знаете, брат Володя, на чем зиждется подлинное и истинное строение и структура церкви, духовная структура? Я не умоляю епископов, которые молятся или нет, один Бог знают и они. Но зиждется вот на этом, именно на этом. Вы знаете, мое сердце слезами обливается всегда, когда я читаю. Всегда люди то ли пожертвования присылают, то ли благодарят, то ли просят. Всегда говорят: мы молимся о вас. Дух Святой побуждает молиться. Вот от этого особо трогается сердце. Так, Юрий Михайлович, я именно не знаю, как убедить в этом. Всех остальных, да? Всех остальных. Я имею в виду и все деноминации. Как мы уже с тобой отметили, каждый вопиял к своему Богу. Конечно. Мы идем к конкретной катастрофе всей нашей планеты. Мы точно знаем, что Земля и все дела на ней сгорят. И это... Ближний Восток яркому этому свидетельству, вот, что происходит на Ближнем Востоке. Да. От Сирии до Армагеддонской долины очень близко, очень рядом. Да. Поэтому я вижу вот это, что может молитва и отношения наши с Богом, Бог может изменить. Человечество и политики – это, как сказать, ну, какие-то движимые личности. А Бог может. Так вы оптимист или пессимист все-таки? Я не могу быть пессимистом. Я могу быть личностью, которая вот что-то делает. Я даже молился, брат Юрий. Господь, если я тебе нужен, ты оставляй меня. Вот. Дело в том, что я человек мрачных времен. И иногда я однажды выразил и неудачной, а однажды выразил проклятой жизни. Мне сказали: брат, так не говори. А я говорю: вы знаете, дети мои дорогие, попробуйте меня понять. Мне был год и один месяц, когда началась Вторая мировая война. Что мне до Сталина, что мне до Гитлера? Я их понятия не имел. Отец, я лежал, мама говорит, я лежал на коечке, спал. Отец пришел, поцеловал, заплакал и ушел. На войну? На войну. В первые дни войны он был уничтожен. Понимаете? А мы остались с мамой в центре войны.
что мне дали ваши политики и что мне дала ваша вот эта вот борьба. И к чему она нужна? Осиротила вот. И все. И все осиротила. Так не меня только. Миллионы, а осиротила миллионы, сколько миллионов. Да. А сейчас, когда мы глянем на нашу планету, Юрий, удивительно, я никогда не был и не буду против любого правителя. Да. Вести дело, это надо ум иметь. И как могут, так и ведут. Вот. Но что сейчас я просматривал некоторые документы о Сталине, вот, и о его ошибках и низких действиях. Но дело вот в чем, что после войны он не был сирот. Не было бездомных детей. То есть была забота все-таки? Да, была забота, правда. В этих детских приютах пели «Спасибо Сталину, да. родному Сталину, что дал нам вот, жизнь и все». Но дело в том, что не было голода. Где это находились, и я как ребенок, оказывали помощь для тех, кто остался. Но вы вот. Не реабилитируете Сталина. Я, ваша не цель реабилитировать. Нет, не моя цель реабилитировать или там поощрять. Ну просто или констатировать. Просто да. Факт. Да, факт, конечно, который. Да. Сейчас, допустим, все правители и все, и во всех странах есть сироты. Есть дети, которые брошены. Брошены. Недавно я принимал гостя с Белоруссии, Таисия Карпович. Вот, она занимается детьми, которых бросают в больницах и бросают родители. И уже более 100 детей определены в семьи христианские. Адаптированы. Mm-hmm. И они прекрасно чувствуют. Она сама адаптировала ребеночка. Ему было, по-моему, 2 хвостика. Mm-hmm. Вот. И ей, этой девочке сейчас 18 лет. Она Видите? Принимает водное крещение. Говорит, аллилуйя. Mm-hmm. Слава Богу, что вот, и радуется. И сестричка, и этот муж радуется. Поэтому я не то, что, как ты сказал, брат Юрий, кого-то реабилитировать. Да. Вот. Все мы имеем недостатки. Люди высоких дел ошибаются больше. Больше. Да. А мы ошибаемся меньше. Если не каждый день, то почти. Поэтому я бы не хотел ковыряться в недостатках. И почему-то знаете, всегда касаются люди недостатков, а сами в недостатках. Дело не в том, чтобы расщепить, что в СНГ или там где-то была система. Когда я смотрю на систему СНГ, я вижу, что не было безработных. Как это понять? Понимаете? Дальше. Не было проблемы с медициной. Как если мы разделаем, что все было плохо, тогда. Поэтому здесь... Тунеядство преследовалось. Тунеядство. А еще преследовалось то, что сейчас узаконилось. Конечно. Садили в тюрьмы. Да. Понимаете? За то, что делали аборты, садили в тюрьмы. Вот такое. Разводов в то время как таковых среди христианства не упоминалось. А если и было единицы, это было не из было ряда вон выходящих. Даже единиц не было. Единиц я не помню. Понял. Вот. А у нас, я жил в городишке небольшом, это Гомельская область, там городишко Петриков такой есть, вот. То у нас был один развод. Вот. И это был, он был инженер, а она была учительница. И вот они не стали жить вместе. Так, был ли развод или нет, но мне так сказали, что они не жили. А дети сказали, мама и папа, не можем так соединить. И они сошлись. Видите? И хорошо жили. Поэтому вот такие вот. Юрий Михайлович, я очень хотел бы, чтобы Господь дал смысл и мудрость тебе и донести до того, чтобы поднять весь наш народ. И я бы не сказал... Вы даже не думаете о том, чтобы это была какая-то
временная, сиюминутная акция молитвенная, чтобы это стало стилем жизни христианина. Я жму руку. Стилем жизни. Я стилем так и понял. Жизни да, всех да. церквей и всех деноминаций. Вот. Поэтому мы будем видеть победу. Дело в том, что мы читаем порой в Библии такие незаметные фразы. Люди, чтущие своего Бога, да. усилятся. Усилятся и будут действовать. Для меня очень мрачно выглядит картина на сегодняшний день. Но мне попадает буклет, брат Юрий, мне попадает буклет. Одна их, наша христианка, сидела в ресторанчике и кушала, это у нас в Америке, и ей дают буклет. Она, когда почитала этот буклет, чтобы в 1989 году был Всемирный съезд сатанистов, как это был, я не... И у них было решение, 6 пунктов решения, молиться, чтобы разрушались христианские семьи. Следующий пункт – молиться о том, чтобы дети, дело Божие не имело успеха, и служителя, чтобы были довольны тем, что есть, и не вели борьбу против греха. Я все пункты, у меня есть на этот материал, я раздаю этот материал, вот, особенно когда проводим семинарии учителей, я даю этот материал, говорю, поработайте, и смотрите, мы находимся в борьбе. Вот, и нельзя нам расслабляться. Поэтому вот эти вот действия, и кто-то с наших ехал в самолете, вот, и коснулся, там кушали, а человек рядом не кушал, и спросили, а чего? Я сатанист, и я пощусь. Вот. Вот так работает. Поэтому я не за то, чтобы мы удивлялись тому, что делается в отрицательном обществе, но я за то, чтобы мы укрепились в молитве и подняли голос. Как я уже напоминал, что Ниневия очень четкий такой вот пример борьбы против вот этих вот всяких действий. Брат Володя, нам показывают режиссеры, что нам надо оканчивать. Все. В ближайшее время мы снова с вами встречаемся. Вы уже приглашены на следующую программу. Мы определим даты на этой неделе, когда это будет. Поэтому, друзья, мы беседовали, а вы услышали. Поэтому пусть это слово, пусть эти советы, наставления будут укоренены просто Духом Святым и влиянием Его Слова. Истина Его Слова, пусть будет они утверждены в наших сердцах. То есть пусть это будет действительно, брат Володя, это как набат о том, что церковь все-таки должна встать на молитвенную, серьезную стражу. Серьезную стражу, да. Я даже для себя принял некоторое ваше наставление, ваше слово. Поэтому верю, что время было сегодня не попусту потрачено в этом эфире. Поэтому Бог да благослови. Будем встречаться обязательно. Спасибо. Мне всегда нравится беседовать с вами. Мудрые слова, мудрые наставления. Пока живы. И базировано на слове. Будем стараться. Да. Поэтому будьте благословенны. Иисус Христос любит вас. Мы также любим. Оставайтесь с нами на влиянии.